Всем привет, с вами снова Илья Бакфалкон. И сегодня я смотрю по Аину, который пойдет 22 июня. Аину Бавежу с Сергеем Павловичем и Александром Волковым. Саша, мы здесь. Шат нашел позже Павловича. И я должен одевать победу нокаутом в втором раунде. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого поединка, кто, по вашему мнению, победит и каким методом. Также прошу вас поддержать это видео лайком или дизлайком, написать комментарий и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ведь все это очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала, ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. И мы начинаем нашу трансляцию. И первым в октагон выходит Александр Драго Волков. 47 боев, 37 побед, 24 нокаутом, 4 приемом и 10 положений. В моделированиях 27 боев, 14 побед, 8 нокаутом, 6 приемом и 13 положений. А вот выходит и его оппонент. Сергей Павлович. 20 боев, 18 побед, 15 с нокаутом и 2 положения. Мурлевоник, 6 боев, 1 победа, 1 приемом и 5 положений. И оба бойца в октагоне. Нам покажут небольшую информационную сводку по бойцу. И сейчас Буш Баффа почитает нам всех участников данного поединка. Начало нам пришло от Волкова. He stands 6 feet 7 inches tall, weighing in at 250 pounds. Fighting out of Moscow, Russia, Alexander Drago Volkov. And now introducing his opponent. А теперь нам представляют и Павлович. A mixed martial artist holding a professional record of 18 wins, 1 loss. He stands 6 feet 3 inches tall, weighing in at 260 pounds. Fighting out of Moscow, Russia. Первый раунд, погнали! Попривязываем друг друга большим. Точен Александров. Восьмен. Мимо. Попадает Волков. Павлович отвечает. Волкик. Берут выше паузу. Попадает Александр. Неплохо пока что опережает Волков своего визави. Мировой кик. Точно Сергей. Попадает снова Павлович. Мировой кик. Карлинич. Побырка тейкдауна, но она оказывается неудачной.
Мимо. Медовый кик. Точно, чуваки. Неплохо. Попадает Александру. Снова точно Вовоков. И снова попадает Александру. Неплохо. Восьмин. Точен Павлович. Восьмин. Медовый кик. Восьмин. Попадает Александров и подвлечен Шевагей. Мимо. Точно Волоков. Керлинич. Точно Александров. Продолжает атаковать Волоков. Побрыка тейкдауна. Восьмин. Точно. Волков был. Павлович пытается получить тейкдаун. Неплохо. Мимо. Побрыка тейкдауна. И она оказывается неудачной. Восьмин. Точен Севагей. Попадает Александров. Павлович отвечает. Побрыка тейкдауна. Башок ударится, но Волка сразу же поднимается на ноги. Восьмин. Вёл выше паузу. Керлинч. Волкик. Побрыка тейкдауна. И она оказывается удачной. Пытается выйти чуваки на плюм. Не удается. Удерживает Александрова. Своего оппонента пока что ничего не дает, он ему сделать. Точно Павлович. Неплохо. Атакует Шевагей. Продолжает Павлович атаковать. Первый раунд завершен, и он же Александров. 10-9 Волков и делают. Нам покажем в того же момент первого раунда. И у нас раунд номер два. Точно, Сергей. Мировой кик. Мимо. Керлинч. Попадает Павлович. Волков помахивает. Керлинч. Делает башок Севагей. Александр Бышева поднимается на ноги. Снова Восьмин.
Точен Павович, Карлинич. Попытка тейкдауна, но она оказывается неудачной. Мимо. Карлинич. Попадает Сергей. Попытка тейкдауна, но она снова оказывается неудачной. Пытается Волка провести тейкдаун, но у него не выходит. Попадает Сергей. Оба выжидают. Мимо. Кэрлинч. Точен Павлович. Попадает Сергей и подключен Александрову. Падает Волков в нокдаун. И пошел Сергей на добивание. Вот и все. Бой окончен. Нокаут, конец поединка. Атакует Павлович. Нам покажут, как это было. Что ж, посмотрим, как же бой пойдет на самом деле. Победу нокаутом в втором раунде одерживает Сергей Павлович. Статистика поединка. Павлович попал 72 удара из 132, Волков 75 из 145. По силам 39 из 75 Сергей, 45 из 91 Александров. По нокдаунам 1-0. У Волкова 3 неудачи нокдауна, у Павловича была успешна 1 попытка из 13. К этому минут 41 секунда Сергей, 38 секунд Александров. По раунду. Первый удар 47-67, сильный 26-37, 2 неудачи нокдауна от Александрова, 1 из 9 у Сергея. К этому минут 21 секунда Павлович, 29 секунд Волков. Второй удар 25-8, сильный 16-8, нокдаун 1-0. 4 неудачи тэкдауна от Сергея, 1 от Александрова, контроль 19 секунд Павлович, 9 Волков. И первый раунд все дали Павловичу 10-9. Что ж, на этом все. С вами был Black Falcon, и если вам понравилось это видео, ставьте большой пальцы вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ведь все это очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала, ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.